Полиция нравов, господи, что это такое, не знает, по-моему, даже сама Америка, потому что я некоторое время прожил в этой стране, вот. А водить ли нам полицию нравов? Как была проституция, так она и будет. Будет ли она нравственной, хотите меня спросить? Да не будет она нравственной, никогда она не была нравственной. Если государство с этим бороться не может, скажем, на правовом поле, тогда мне кажется, что это лучше легализовать и в бюджет привлечь дополнительные инвестиции. Полиция нравов никогда не решает никакую проблему нравственности, абсолютно. Она решает проблемы преступлений, связанных с проституцией, с какими-то подобными явлениями. То есть, по сути дела, это так или иначе некая ограничительная организация. Она должна, конечно, быть. И, по сути, в России она есть. Ведь наши правоохранительные органы выполняют, должны, по крайней мере, свои функции. Нужно воевать с этим на начальном этапе, в школе, в институтах, в семьях. Вот тут нужно воевать. А когда это уже идет бесполезно и не нужно это. Все доведенное до идиотизма. В принципе, если кто-то следит за нравственностью, что в этом плохого? Вопрос такой, судьи-то кто? Где мы наберем столько высоконравственных, честных, идеальных людей, судей? Даже в мантии будут сидеть, в париках белых, да? Я считаю, что, в принципе, она нужна, потому что, мне кажется, все равно должны они все это контролировать, люди. Полиция нравов может дойти до абсурда. То есть можно будет посадить человека за то, что он просто сказал слово «секс». Ну, грубо говоря, да? Если человек захочет придраться, он придерется, посадит, и будут какие-то санкции.